регионов России и Кубани началось торжественное мероприятие, посвященное возрождению казачества в нашем городе. Из всех районов Сочи прибыли казачьи подразделения, образованные на побережье четверть века назад. От имени атамана кубанского казачьего войска Николая Долуды участников парада поздравил казачий полковник Сергей Савутин. Он отметил важную роль кубанского казачества в охране правопорядка. Да, 25 лет назад только все начиналось. Но сегодня видите, какое большое войско, управляемое войско, выполняя задачи, они гордятся этим, что они казаки. Если раньше у казаков была принципиальная задача охранять кордонную линию от Черного моря до Каспийского, то сейчас, с учетом современных вызовов, новые задачи. Но при этом нельзя забывать о прошлом, считают казаки. Современное казачество – это часть нашего общества, способное сохранять древние казачьи традиции, распространять православную мораль и участвовать в воспитании подрастающего поколения. Бесспорно, это активная общественная сила. Сочинские казаки помогают и полицейским поддерживать общественный порядок в городе и пограничникам в охране государственной границы. Глава города Анатолий Пахомов наградил активных казаков знаками отличия за вклад в развитие Сочи и памятными юбилейными медалями. Вспомнили на торжественном мероприятии участие кубанских казаков в наведении порядка во время грузино-абхазского конфликта и в крымских событиях 2014 года. Казаки всем своей жизнью показали, что они настоящие хозяева своей земли. И они берутся за самые сложные дела, но которые очень нужны для нашей Родины, для нашего города. И спасибо вам за это, братья! Уважаемые друзья, мы надеемся, что такая мощная поддержка с вашей стороны будет оказываться городу и в дальнейшем. Вы ведь потомки сильных и мужественных людей. Сегодня казаков можно встретить и во время рейдовых мероприятий вместе с полицейскими, и помогающих на дорогах сотрудникам ГАИ, и активно занимающихся с детьми. Есть системы сочинского образования, казачьи классы и даже группы в детском саду. Но казаки приходят не только в классы, они вместе с ребятами идут в походы, где во время казачьих игр учат и джигитовке, и стрельбе из лука, и верховой езде. Их воспитанники и здесь вместе со взрослыми принимали участие в параде. Для них и вот такие своеобразные исторические уроки. Это традиционное казачье знамя, уже оно шилось по традициям казачьим. То есть, с одной стороны, православный крест, щит – это как защита нашей земли. Ну, естественно, сабли – это оружие, чем защищали казаки. Ну, а второе – то, что казаки всю жизнь были православные люди. С крестом на эту землю они пришли, с крестом и служат. И все дела у казаков начинаются с молитвы. Поэтому на знамени изображен наш Спаситель. Дети и на сцене Зимнего театра. Большое мероприятие, посвященное 25-летию возрождения кубанского казачества, завершилось тематическим праздничным концертом. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.